Нам говорят, что армия Российской Федерации не несет серьезных потерь, а освобожденные города встречают ее с цветами. Нам говорят, что население Украины только и ждет российскую армию как освободителей. Армия. Так же мы это не вторгнемся, если мы вторглись 8 лет назад! Это фейк. Украинцев не от кого освобождать. До 24 февраля все они жили в своих мирных городах, работали, любили, водили своих детей в садики и школы и просто жили своей жизнью. На территориях, куда вошли российские солдаты, каждый день выходят тысячи людей с одним требованием. Уходите домой! Они голыми руками останавливают танки и даже под пулями не отступают, смотря в лицо смерти. Они хотят одного – вернуться к мирной жизни. Наши солдаты должны вернуться домой и постараться спасти лицо России.